22 сакавіка у Беларусі пройдуть жалобные мероприемства, присвячені 75-годию знищення оккупантами вёскі Хатынь. Вясной 1943 года карателі спалили яе разом с насельніцтвам. Сёння Хатынь является символом трагедии беларускага народа. У память об усіх загинувших падчас Великой Отчинной войны жыхарах краины у 1969 году на месте спаленной вёскі побудаваны мемориальный комплекс. Непосредственно на территории Гомельской области оккупанты полностью и частково знищили 1126 населенных пунктов. Причем у некоторых засталось всего по нескольких хат. 18 вёсок, которые спалили разом с мясцовыми жыхарами, после закончения войны так и не обновили. Только под час операции «Бамберг», которая проходила у период с 20 сакавіка до 4 красавіка 1942 года на территории Гомельской и Могилевской областей, гитлеровцы повесили и спалили каля 5,5 тысяч мирных жыхароў. Але бадай самая вялікая трагедыя здарылася ў вёсцы Ала сучаснага Светлагорскага района, якая спынила свое існаванне 14 лютого 1944 года. Одних только детей фашисты сожгли 950 человек в этой деревне, а общее количество жертв более 1700. Практически 12 хатыней. Поэтому, конечно, для нас это тоже очень такая печальная дата, и вот в нашей экспозиции помещены урны с пеплом 12 сожженных деревень нашей области, в том числе и названная мной деревня Ала.